Два приятеля уже больше года снимали эту квартиру. По словам соседей, никаких неприятностей они не доставляли. Шумных гулянок не устраивали и вообще до поздней ночи пропадали на работе. Так нормально, в адеквате мальчишка. Ну, ребята здороваются, всегда проходят. Здрасте, здрасте. На удивление, в этот день на работу один из приятелей не пошел, зато все время выходил в общий коридор и подолгу курил. Уже под вечер парень заперся в квартире. Спустя несколько часов второй жилец обнаружил его в ванной комнате, висящем на электрическом проводе. Что, в 7, наверное, я его видел. 8. Что, как он? Нормально, он сказал, здравствуйте, здравствуйте. Все, прошел. И утром я его видел, все высокие. По какой причине парень решил свести счеты жизни, его приятель не знает. Говорит, до этого он никогда даже не заводил разговоров о самоубийстве. Возможно, выяснить подробности этой трагедии удастся после опроса родственников погибшего.